Терпение кончилось у севастопольского музыканта и тоже активного участника «Крымской весны» Алексея Процко. Теперь он каждую неделю выпускает политический видеоблог «Камни с неба» и рассказывает, как ориентироваться в российской политической реальности. Главы районов города уже более полугода как имеют генплан на руках. Но вместо неажиотажного обсуждения с нами, с жителями своих районов, главы решили попросту ничего не делать. Алексей Процко до сих пор разделяет власть России на центральную и местную. Он до сих пор рад, что Крым стал российским, но недоволен севастопольскими чиновниками, в основном приезжими. Проблема одна единственная. Центральная власть Российской Федерации присылает сюда на места очень странных людей, которые, по моему мнению, вот за три года, да, с копейками, им совершенно ни на секунду не интересны местные проблемы. Они сюда шли их, не их решать. Они сюда шли по каким-то своим, я не знаю, каким делам, но только не для того, чтобы здесь что-либо наладить. Вот, например, маленький, но яркий пример непродуманности всего происходящего. Хорошо, да?